остановка на автобусе сейчас. Водитель нас, типа, надеюсь, мы выпустим погулять. Тут даже туалета нигде нет. Зато беляшей можно купить. Ничего не меняется. Меня хотели что-то спросить, но я постоянно со своим видео, поэтому меня не спросишь. Европейская площадь. В прошлом году было очень много-много маленьких палаток, и как рождественская ярмарка наша была. Продавали много из Западной Украины вещей, игрушки, теплые вещи, шерсть, одеяла шерстяные. Дальше каждый целый год стоянка на площади, но в прошлом году на время зимних каникул, рождественское время, был залит каток. Вокруг катка стояло много тоже киосков, продавали глинтвейн, сладости детям. В этом году каток не заливали, наверное, потому что не пользовался таким большим спросом. А уже за катком была большая елка, и там с детскими всякими такими качельками, карусельками. Ну, это все. Это наша площадь. А что там летит? Вон! Маленький. Маленькие самолетики, фонарики запускают. Пошли дальше посмотрим. Я хочу маленькие самолетики. И я хочу маленькие фонарики. Боже, я думаю, что такое? Я хочу шарик. Все, дорого? Ну, елочный шарик, это, конечно, петриковская роспись, но 130 как-то. Ага. Дороговастенько. Как-то дороговастенько. Красиво. А я хочу тоже тонечки за полочку взять. Конечно, хвостики у нас еще не отросли, но посмотри, какой чудный цветик. Цветик еще и со смайликом, да? Хочу! А со смайликом ты не хочешь? Давай со смайликом, смотри, какой красивый. Зайка. Thank you.
test for the traffic. Круто, да? Угу. Я себе равняю зубы. Окей, 46. Такой вот кафе, которое похоже на кафе из друзей, смотрите. Выглядит отвратительно. Был кошмар. Давай танцевать. Ну, ты лошадку не купила.
танцевать? Музыка кончилась. Я хочу лошадку, не танцевать. Я хочу лошадку, не танцевать. Лошадка, не танцевать. It's so confusing. Кто мне расскажет, для чего вот эти пиалочки? Я не понимаю. Они вот тут вот лежали, вот такие две. Смотрите, в вагоне есть стаканы. Вот эти пиалочки, я думаю, что это, наверное, для пакетиков для чая. Чай у нас в поезде вот такой. Quality, короче. И куча пакетиков чая, этого сахара, на каждого человека по 3 пакета. Трушный поездовский чай.